О, девушка-бунтарка уже приехала. Она уже здесь. Отлично. Девушка-бунтарка. Что-то она там романы какие-то любовные мне все пишет. Сексуальные все романы любовные. Давай потрахаемся, епта. Вот весь роман, который она может мне написать. Сидит и пишет на балконе. Вот тут, значит, он тоже вырубил свет. Девушка-бунтарка приехала домой и пишет свои любовные романы. Сексуальные. Кексуальные романчики. С кексом. Сидит и пишет кошечка с любовной романа. Ладно, пусть на любовные романы. Сейчас посмотрим. Бред какой-то.
Ох, ну и девушка будет на малиновой ладе. Думала на Канару, а везут ее за МКАД. Все пишет на свои любовные романы, все пишет и пишет. О, кто-то на кухне там шевелится. Прошел. В комнату пошел. Да, в комнату. На балкон. Ух ты. Вот это да, вот этот поворот. Вот это да. Кристиночка Мастичук на балкон зашла. Вышла. Тут идет собака гулять с босакой. Все ходит и ходит. И ходит и ходит. О, там кто-то на балкончике сидит. Ух ты, клево. Круто ты там был на балкончике. Кристина, что ли? Ладно, посмотрим, что там мне любовники написали. Посмотрим. Чё, господи. Тупые вопросы, однако. Пиздос.